Короче, друзья, ну, в маске плохо слышно, но куча людей в масках, практически половина людей в масках. Без масок очень мало. Вот. Макс тоже маску взял, и я. Вот смотрите, очередь, продавец в маске. И все люди тоже в масках. Не прямо все, но много. В общем, друзья, стоим в очередь. В принципе, ну так идет не особо медленно, но и не быстро, наверное, часа пол займет. Вот эти самые, хотел вам просто цены на деревья покупать. Ой, показать. Макс спрашивает, будешь ли деревья покупать, но я не буду, потому что, смотрите, маленькие деревца, вот, грубо говоря, самая дешевая, типа елки, $35. Рододендрон 45. Это такой большой куст с красивыми цветами. Вот мы когда ехали, такие ярко-красные, вот как раз видели этот рододендрон. Ну, они большие выросли. А это этот самый, как он, можжевельник. Только какой-то другой сорт. Не такой, как крымский можжевельник, а просто можжевельник. А те, вон, не знаю, но те уже, вон, $70, и те опять по сотке долларов. Ну и, короче, там так дальше, такие же цены. То есть сейчас все дорого, потому что сезон, даже маленькая туя $30. То есть надо просто подождать, когда сезон посадок закончится, потом на распродаже они будут, ну, в разы дешевле, и тогда ее закупить. Ну вот здесь мы чуть прошли, с другой стороны цветы. Но тоже цены, смотрите, вот такой маленькие цветки в горшках, $13, а вон те тоже 13. А вон там такие, видите, плодовые всякие деревья, кустарники, типа слива или что-то такое там написано, $60. Одно маленькое дерево. То есть сезон, цены на пике. Ну, то есть, сами понимаете, что такое малюсенькое дерево, как оно $60 может стоить. И, кстати, нету рассады. Я не вижу ни огурцов, ни помидоров, ни персов. В прошлом году я это все покупал, было завалено все, огромные стояли эти стеллажи, и там все было завалено рассадой. В этом году то ли ее вообще не будут продавать, или еще не сезон, или уже продали, не знаю. То есть рассады почему-то нет. В общем, друзья, тут примерно как в прошлый раз, я вам когда-то видео выкладывал, брали вот этот гипсокартон, фирма Шитрок. Оригинальный, короче, полдюймовый, это 12 миллиметров, защита от моль, от мольд, это плесень, вот такой он зеленый, защита от плесени, 10 листов окно, виниловое, здоровое, тут 4 фита на 6, по-моему, 6 на 4, древесина, брус, 4 на 6 на 8 фит. Сколько их тут? По-моему, 8 штук. А, этих... Да, 8 штук и 8 таких. Но надо еще 2 таких. Макс что-то там неправильно посчитал. Пошел, короче, брать их. Что тележка уже весит, пипец. Вести ее опять через весь магазин. Это... Вот эти, видите, перфорированные, то есть для... Их можно закапывать в грунт, а эти просто пропитанные, то есть просто для удура. В грунт закапывать нельзя. А так это, ты не те взял. Это я специально взял, это для трейлера подложка. А, ну а? Вот, и вот эти тоже, видите, перфорированные, но другое качество древесины, грейд, да. Другой сорт. То есть те, которые... Как более для чистовых, а эти просто закопал и куда-то что-то. Эти на доллар дешевле, 12,60. Да, они такие же по параметрам и перфорированные. Да. Да. Едем. Мы в защите. Да. Я тоже в защите. Короче, Макс там что-то считал и решил еще пойти брать. Вот, кстати, герметики, смотрите. Клей Сика. Посмотрите, какие цены. $25 за одну баночку. Это
профессиональное и коммерческое качество. Вот тоже это сика. Это всякие клеи за 6 пэков $61. Вот. Вот такие. Есть в больших бутылках. Это для растворов. Есть вот такие аж ведра. Смеси, сика тоже ихние. Это очень крутая фирма, но и дорого. Здесь всякие сопутствующие товары для штукатурки. Ну, тоже цены видно. Всякие шпатели, веревки, короче. И вот тут вот деволтовские есть. Но цены тоже, видите. 4-дюймовый $17. Ну, сделаны вроде как качественно. Видите, все из нержавейки. Запатентовано. Нержавеющая сталь написано. Вот такие вот тоже. Тоже из нержавейки. 10 инчей. Но здесь композитные рукоятки. Как типа резиновые такие. А это хаски. Это какой-то китайский, короче, бред. Ну, вон Макс уже несет. И есть еще цементные плиты. Плиты из цемента. Вот они по $10, короче. 10.48. Цементные плиты. Они такие тяжеленькие. То есть плита с цемента, а снаружи какая-то стеклотка. Блин, в этой маске, конечно, да уже можно снять. Все, мы уже там сейчас будем загружаться. Перчатки я не буду пока снимать. Почти все люди в масках, но есть и без маски. Сейчас шел, хорошо, что у меня маска была одета. Какая-то баба прям выходит с машины и прям так громко-громко чихает и без маски. И прям рядом со мной. Но я был в маске, поэтому надеюсь, что нету коронавируса. Так, блин. Мы просто решили на парковке не грузиться, потому что неудобно. Тут постоянно машины ездят, эту тележку сюда катить. Я Максу говорю, едь вот туда, вон он стоит. И там есть специальная площадь, где можно удобно загрузиться, и никого нету. Никто тебя не будет заражать, мешать. Вон, видите, где мужик, короче, тоже грузит, вон, пикап. Вон Макс, ну, там тележка у нас огромная, там много-много груза, очень тяжелая, там где-то... По-моему, $730 он заплатил за все это. Дерево и картон получается только. А, ну здесь написано прото насрать. Все. Сейчас загружать буду. В общем, друзья, погрузка закончилась. Смотрите, как красиво получается. Чисто, аккуратно, все ровненько. Правда, немного до удлинителя не хватает. И вес пипец. Но я думаю, пофиг, здесь же... Он сколько, тонны 2-3 может выдерживать. Я не думаю, что тут так много. Ну что, давай окно, да? Да, что ты... А, нет, давай привяжем, а потом, наверное, окно. Нет, так мы все равно туда. А, ну да, давай окно тогда, да. Ну и, короче, сейчас туда еще окно положим.